Здравствуйте, дорогие мои земляки! Я Аня Филипчук из Барнаула. 25 ноября в Минске состоится конкурс «Детское Евровидение 2018». Мне удалось пройти национальный отбор и стать представительницей России на этом престижном конкурсе. На его результаты огромное влияние оказывает онлайн-голосование зрителей. Голосуй за меня, вы проголосуйте за нашу страну. Я очень надеюсь на вашу поддержку.